Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманитам Сри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Сри Нанда Нанданам Банде Радика Чаранодаям Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ваншакалпатарувасча Кипасинду Бхавача Патитананг Павуне Бхавишнавибхьо Намо Нама Мукам Кароти Бхачалам Пангунглам Хайтигрим Джатки Патамаханг Банди Парама Ананда Мадхава Бриндави Тулсиде Вайпиявай Кесавасача Кришна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Весам Тато Джайо Мадира Шанкиртане Кришна Катха Падеш Гаурия Патрашу Пракаса Неча Садану Рапта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Барана Дхейям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Тетхас Падам Сива Виранчанутам Саранам Витаттихам Панатопан Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарунарвинда Ятпада Паллаванакачаннамани Чатай Бисфуржита Гимапигабхавадуша Дарши Пурнанурагара Сасагара Сарамурти Сарадика Майкада Кифам Караш Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавин Си Кришна Чайтанна Прабху Нитянанд Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавин Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама Рама Рам Хари Аджану Ламмита Фуджо Канака Бодату Шанкиртаной Капитару Камала Такшу Вишам Бару Диджавару Джугадхар Мупалу Банде Джагат Приякару Каруна Батару Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, 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 Рам, Хари, Рам, Рам, Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхаванурупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вивушита Бхам Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Пахарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джосу Бхадане Лакшмир Джосу Чавакшаси Ясьясти Хидая Самби Твам Нишингамахам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари.
Ritamarun Manokshadira Jogo Jujo Ridijat Munayo Upasate Tadarayo Pijaju Smarana Striya Urogendo Bhogo Bhujo Dondo Bishokto Dio Bayama Pite Sama Shamadi Sangrisaro Yosudha Nivitamarun Manokshadira Jogo Jujo Ridijat Munayo upasate, tadarayo pijaju smarana, sriya urungendo bhogo bhujo dondo pishokto diyo, bayama pite sama, shamadi sangri saroj sudha. Gaudiya Goshtipati. Gaudiya Goshtipati. Gaudiya Goshtipati. Gaudiya Goshtipati, Shishila Bhakti, Siddhanta, Sарасвати, Госвами Такур, Прабхупада. Парамахамса Джагангуру сказал, по сей день люди из Южной Индии не понимают возвышенное положение, возвышенные чувства, высочайшую, чистейшую любовь Радхи Говинды. Они не понимают значения, значимость этих лил. Они критикуют их. По сей день у них нет ясного понимания, что есть любовь между Радой, Говиндой, Гопи. Они критикуют, считая ее чем-то грязным, тем, что не соответствует предписаниям шастр. Они такие глупцы, что не понимают, что осуждают чистейшую любовь Радхи Кришны. Они утверждают, что поклонение Рамачандре Сите, Лакшми и Нарайне гораздо более практично, гораздо лучше, гораздо выше. Кришна — абсолютно наслаждающийся. Во всех бесчисленных мирах он единственный наслаждающийся. Нет другого равного ему. Никакой полубог не является наслаждающимся. Ни у какого полубога нет наслаждаться так, как наслаждается Кришна. И вообще нет права наслаждаться, поскольку Кришна единственный наслаждающийся. И кто вы такие, чтобы осуждать его чувства по отношению к самым близким спутникам? Кто вы такие, чтобы судить его, что он делает правильно, а что нет? Во всех мирах существует лишь она татва, один герой. Любая татва берет свое начало в Кришне. Он источник всего. Так кто вы такие, чтобы судить, правильно ли поступает Кришна или нет? Прабхупада говорит, в материальном мире полно различных героев и героинь. Здесь их столько, бесчисленное количество. Мы можем осуждать их, потому что они на нашем уровне, они в материальном мире, и их отношения по-настоящему грязные. Джим и Дейла, Лайла, Маджну, но и Дамаянти,
В мирском обществе их примеры, их отношения признаны за идеал любви. Но, несмотря на это, мы плюем на такие отношения. Мы не принимаем их как образец, как то, чем стоит восхищаться. Потому что в материальном мире, какой бы большой любовь ни была, она осквернена. Здесь нет чистой любви. Во всех 14 мирах не сыскать по-настоящему чистой любви между дживами. Какое-то осквернение в ней все равно присутствует. Возможно, даже небольшой процент, но так или иначе он есть. Лишь сокровенные чувства между Радхой и Гопи, простите, между Кришной и Радхой чисты. Кришне присущи шесть выдающихся качеств, главная из которых — вайрагья. Одна из которых — вайрагья. Отречение. Он лучший среди вайрагья, лучший среди отреченных. То, какой вайрагья обладает он, не обладает ни одна джива в материальном мире. Даже если собрать отречение всех джив вместе, поместить на одну чашу весов, а на другую чашу весов, поместить отречение Кришны перевесит. Посмотрите, каким отречением обладает Шри Кришна Чайтанья, который и есть сам Шри Кришна. Какое отречение проявляет он? Камни плавились, наблюдая за отречением Чайтанья Махапрабху, который есть сам Шри Кришна. Но что он показывает нам этим? То есть даже камни не могли вытерпеть решимости отречения Чайтанья Махапрабху. Если вы когда-нибудь попадете в храм Джагнатха, вы увидите, что там есть расплавленный камень, на котором стоял Чайтанья Махапрабху для того, чтобы получить даршан Джагнатха. Так вот, этот камень расплавился под ним. И когда он плакал, его слезы плавили, также плавили камни. Так вот, даже камни не могли вынести его отречение и чувство его разлуки, его чувство разлуки. Так вот, это настолько сокровенные и глубокие лилы, что люди в материальном мире не имеют никакого права судить Верховного Господа, судить его, его возвышенные лилы. Парикшит Махарадж спрашивает Шукадева Госвами, почему Кришна совершает такие лилы? Ведь он приходит в материальный мир для того, чтобы установить дхарму. Зачем он совершает эти непонятные нам лилы с гопи? Шукадева Госвами отвечает: дело в том, что ты не понимаешь его лилы. Царь, ты не понимаешь. Он пребывает в сердце каждого, даже в сердце вирусов и бактерий.
В мире нет ни одной дживы без Кришны, в чем сердце не находился бы Кришна. Он пребывает в сердце каждого, как сверхдуша. Кто ваш муж? Кто ваш муж? В сердце вашего мужа сидит Кришна, именно поэтому вы называете его своим мужем. Но как долго это продлится? Как долго ты будешь называть его своим мужем? А она тебя своей... А он тебя своей женой. Допустим, вы в 35 лет женились, и 80 лет вам придется оставить тело, и вот на этот промежуток времени вы называете друг друга мужем и женой. Но затем придет смерть и разлучит вас. Если, то есть ваш муж умрет и примет новое тело, новое рождение, и его в этом новом теле вы уже не станете называть своим мужем. Этот стих произнес Шукадев Госвами в ответ. Тот, кто пребывает в сердце каждой дживы во всех мирах, он принимает форму Кришны для того, чтобы совершать лилы с гопи и удовлетворить их. У Кришны нет никаких желаний. Он самоудовлетворен, самодостаточен. Он говорит об этом много-много раз. Я совершаю разнообразные лилы, а люди думают, что я наслажденец. Но Кришна — владелец бесчисленных миров. Какие привязанности у него могут быть? Поразмышляйте над этим. Итак, Прабхупад говорит, мы можем поклоняться верхней части тела Бхагавана. Это правильно. Но если мы совершаем Кришна-бхаджан, мы должны принять его целиком и полностью. Мы не должны... на что-то жаловаться, мы должны отдать Господу все, что у нас есть, иначе мы не сможем совершать Кришна-бхаджан. Нанда Кишор, я отдаю тебе все, что у меня есть. Я отдаю тебе свое положение, деньги, уважение, почет. Я не оставлю себе ничего из этого. И больше я не забочусь о своей жизни, я бросаю ее к твоим ногам. Ты можешь выгнать меня как собаку, а можешь обнять. Вот это и есть Кришна-бхаджан. Если ты будешь счастлив, что я буду жить как собака, я готов. Я буду счастливо жить таким образом. Я готов, я с готовностью приму все, что ты пошлешь мне. Таким должно быть настроение в садаке. Итак, эти люди не понимают, они думают, что только лишь верхней частью тела они могут поклоняться Господу. Но на самом деле мы должны отдать Кришне абсолютно все, включая наши недостатки. Даже свою скромность, свою стеснительность мы должны отдать Кришне. И когда вы вручите ему все, Кришна проверит.
все ли вы отдали ему, действительно ли все. А если нет, он не примет вас, не приблизит к себе. Итак, Кришна Бхаджан могут совершать только те, кто отдали ему все. В противном случае это невозможно. Поэтому в Чайтанья Чаритамрите говорится, Кама Гайтри Кама Бидж указывает здесь, что Кришна является трансцендентным Кама Девом. Мы получим абсолютное благо, лишь если будем поклоняться Ему. Но поклоняясь Нараяне, достигнуть абсолютно мы не сможем. Абсолютного блага не сможем достигнуть. Если мы хотим извлечь абсолютное благо из человеческой жизни, мы должны поклоняться Кришне. Поклоняясь Нараяне, Рамачандре, мы тоже можем обрести благо, несомненно. Но такого рода любовное преданное служение, такого рода любовный взаимообмен невозможен с Рамачандрой или тем более Нараяной. После того, как Кришна послал Удаву во Вриндаван, и он получил, и он увидел гопи и Радхарани, получил их милость, Удава, глядя на них, осознал. Раньше я думал, до этого момента я думал, что я единственный преданный Кришны. Но увидев гопи, увидев маму Яшоду, Нанду Бабу, Упананду, Судаму, Шридаму, я понял, что я ничто по сравнению с ними. Я ничто. Какой любовью обладают они? Мне даже невозможно представить любовь такого уровня. Поэтому Удава и хочет стать растением, травой во Вриндаване. Для того, чтобы получить хотя бы одну пылинку с лотосных стоп гопи. Да, он не молится о двух, он молится о одной пылинке с лотосных стоп гопи. Об этом и говорится чарана рену. Это единственное число. То есть у него, он настолько смиренен перед ними, что молится одной единственной пылинке. Благодаря этому мы можем понять, насколько возвышена любовь Радхи и Кришны, гопи. Осознать это, осознать ее настолько сложно, что можно ошибиться, очень, очень легко ошибиться и неправильно трактовать поведение Кришны или гопи. Именно поэтому мы должны принять прибежище Гора Лилы для того, чтобы понять Кришна Лилу. Ведь Кришна Лила является, точнее, Гора Лила объясняет Кришна Лилу. Если дживатма хочет обрести абсолютное благо, как я только что сказал, конечно, у каждой дживы есть свое личное, свое личное настроение. Если в вашем сердце сакхи-раса, вы не сможете стать гопи. Если в вашем сердце семя сакхи-раса,
Благодаря общению с возвышенным преданным в Сакья-расе, это семя прорастет и даст свои плоды. В целом, мы должны служить любому чистому преданному. Но когда вы достигнете более возвышенного уровня, Кришнадас Кобидас Гусвами wrote, «Bahye, externally with this body, one devotee can serve». Как пишет Кришнадас Кавирадж Госвами, вы сможете служить физическим, материальным телом, но также совершать служение в своей трансцендентной форме. Когда вы будете когда вы достигнете определенного уровня, воспевая Харинам, вы почувствуете особое нечто особенное в сердце и ощутите расу, ту самую, которой у вас есть природная предрасположенность. И тогда вы сможете служить физически, находясь в материальном мире, служить саду, но в то же время совершать служение в своей сварупе, в трансцендентном, то есть на трансцендентном уровне, но тут речь идет не о сахаджиях, а не о искусственном процессе получения обретения сварупы, а о естественном процессе саданы. Для того, чтобы понять Кришна-лилу, необходимо слушать читание Бхагавату и читание Чаритамриту. Постарайтесь найти время в своей жизни и слушать их. Если вы будете делать это под руководством чистого преданного, вы будете поражены, вы будете полностью захвачены настроением читания Махапрабху, его глубочайшими чувствами, и в вашем сердце проснутся особые вещи. Мы сейчас поем возвышенные киртаны Радха Кришна Пранамура, но это не то, что практично сейчас для нас. Для нас сейчас практично изучение читания Бхагавата и читания Чаритамриты. Итак, вчера мы обсуждали признак чистого преданного. Я говорил об этой шлоке. Тот, кто обладает Кришна-бхакти, чувствует, что он находится в океане трансцендентного блаженства. Таков признак чистого преданного. Майя сантушта манаса сарва сукха майя диша. That I already told. And also Прабхудана Сарасвадива, he also writing. Кайвалла нарекайяте тидаса пура каса паспайяте дуддантендрия кала сарпа патали патката дакшрайяте видим майнаддишча кидайяте вишвам пурно сукхайяте. So how we can reconcile? Как мы можем примирить два этих стиха? Прабхудана Сарасвати Пад пишет. А это пишет Чайтанья Махапрабху. Чайтанья Махапрабху говорит, что мы находимся среди лесного пожара. Все мы горим в нем. В огне споров, огне зависти. Всюду. Это повсюду. Даже в мадхах и храмах, обществах, различных обществах, всюду этот огонь зависти, споров и так далее. Почему? Потому что люди не могут осознать, что есть Кришна-бхаджан.
Кришна Бхаджан в действительности настолько сладок, что, погрузившись в него, мы не будем испытывать влечение к чему-то подобному. Кришна Бхаджан не означает принять саньясу и ходить с дандой. Кришна Бхаджан означает отдать Кришне все. Нам не интересны спектакли, которые разыгрывают так называемые преданные. Нам не интересна сухая философия, у нас нет на нее времени. Если бы нам нужна была философия, мы бы отправились в институт и слушали профессоров. Потому что они, как правило, не обманывают. Но мы хотим слушать о сознаниях. Мы хотим услышать о сознаниях, которые у вас есть. Они у вас есть? У вас их нет? Тогда о чем вы будете говорить? Нам не нужна сухая философия. Итак, я не университетский профессор, я не лингвист, я не прославленный оратор. Я поэтому говорю просто ломаным языком, возможно. Но что мы хотим слышать? Мы хотим услышать о бхаве, которая развилась в вашем сердце благодаря бхаджану. Мы хотим услышать о вашей севе. Но если вам говорить нечем, вы будете просто давать лекции, говорить о сухой философии. Если ваша жизнь полностью посвящена служению, мы будем слушать вас. Но если вы живете в кондиционированной, комфортной комнате, а одеваете одежды саньяси, лишь выходя на публику, чтобы давать лекции, нам это не интересно. Такого рода проповедники нам не интересны. Майя сантушто манасаха сарва сухамая диша. Those who are having genuine Krishna bhakti, they are feeling all around there is transcendental bliss. But Chaitanya Mahaprabhu speaking. Итак, те, кто обладает Кришна бхакти, видят вокруг себя одно лишь счастье, видят, что этот мир полон счастья. Но о чем говорит Чайтанья Махапрабху? Он говорит, что этот мир — лесной пожар, где дживы день и ночь горят. Как же примирить две эти шлоки, то есть два эти утверждения? Чайтанья Махапрабху, несомненно, прав. Он пишет это для нас, для вас и для меня. Он не пишет эти строки для чистых преданных. Он говорит, кругом лесной пожар. Если вы хотите спастись, погрузитесь в океан Кришна Премы. Чайтанна чандо чароне курутану рагам. Чайтанна чандо чароне курутану рагам. If you like to cross over this painful... Если вы хотите пересечь океан материальных страданий, какая страна может заявить, что жизнь там спокойна и полна счастья? Кругом войны. В любой момент может начаться война где угодно. И ни один человек в этом мире не может прекратить эту войну. Прекратить войны. Если вы хотите пересечь океан этих страданий, если вы хотите плавать в океане трансцендентного счастья, в океане премы, then you will have to
Вам необходимо принять прибежище лотосных стоп Шри Гауранги Чайтани Махапрабху. Другого пути не существует. Вы должны каждый день цитировать эти стихи. Вы шикшаштакам повторяете каждый день? По утрам повторяете ее? Каждый день вы должны делать это. Это жизнь и душа нашего баджана. Это единственный выход. Вчера мы говорили об этой шлоке. Бхагаван говорит Удаве. Мой преданный никогда не прельстится троном Брамы или Индры. Нам сейчас может казаться, что Индра очень счастлив, наслаждается на райских планетах. Наверняка вы так думаете. Но Индра горит, горит так же, как мы. Об этом говорится в шастрах. Там постоянно политические, ему строят политические козни и так далее. Также это стремление, погоня за властью, славой. Поэтому нет смысла идти на райские планеты, стремиться на райские планеты. Бали Махараджа отправили на Суталу. Казалось бы, эта планета находится ниже Земли, но там столько наслаждений, что на самом деле больше, чем на райских планетах. Бхагаван говорит, если вы хотите йога-сиддхи, можно достигнуть таких сиддх, что вы можете за секунду оказываться там, где захотите. Не надо никаких билетов на самолеты, поезда. Но никакой преданный не прельстится этим. Например, Бхагаван Дас Бабаджи Махарадж, вы когда-нибудь были в Калне? Там Бхагаван Дас Бабаджи Махарадж совершал баджан. Однажды он бежал по двору с палкой и кричал. В этот момент к нему пришел один уважаемый человек. Он подумал, что Бабаджи Махарадж бежит за ним. Он выбежал, испугавшись. Затем он сказал своему другу, я пришел получить даршан Бабы, и когда я зашел к нему, он бежал на меня, чтобы избить меня. Его друг был хорошим преданным. Он сказал, я спрошу у Бабаджи Махараджа о тебе. Он спросил, вчера после обеда один человек пришел получить ваш даршан, а вы почему-то очень разозлились.
тот сказал, я не бежал за ним. Одна коза ела туласи в храме Радха Говинды. Этот храм располагается во Вриндаване. Бабаджи Махарадж находился в Калне, в Западной Бенгалии. И он прогонял козу, которая ела туласи во Вриндаване. So they need not plane ticket, train ticket, nothing. They eat with the can. Итак, таким возвышенным преданным не нужны билеты на самолеты или поезда. Они могут оказаться там, где хотят, в ту же секунду. В третьей песне Шримад Бхагаватам говорится, как Удава Махарадж говорит Видуре, Видура спрашивает, как у Кришны дела, все хорошо, и Ядава в порядке. Кришна исчез. Кришна исчез. Видура Махарадж начинает спрашивать о Кришне, а Удава Махарадж погружается в медитацию. И в своем сознании отправляется на Голока Вриндавана. То есть, получив вопрос, он погрузился в себя и ушел в трансцендентный мир. Спустя долгое время, то есть все это время Видура сидел перед ним и ждал ответа. Все это описано Шримад Бхагаватам. Спустя какое-то время он вернулся в свое тело и, рыдая, начал отвечать Видуре. Наш Бхактивинод Такур и вся великая Гаудия Гуру Варга, такие как Шринивас Ачарья, Рамачандра Кавирадж, Наротам Дас Такур, Шьямананда Прабху, все они, казалось бы, в материальном теле, то есть в теле, в котором они жили здесь, повторяли харинам, а сами пребывали в трансцендентном мире. Это неоспоримая правда, истина. Итак, наш баджан настолько уникален, Гаудия баджан настолько уникален, что мы должны серьезно относиться к нему. 10-12 лет назад я был в Банкуре, где жил Шринивас Ачарья. Там был царь Бирхамбир, который был ужасным негодяем, но в конце концов он стал преданным, великим преданным. Шринивас Ачарья погрузился в баджан, и все начали думать, что он уже оставил тело. Они, его севаки позвали Рамачандра Кавираджа. Он сел напротив Гурудева и тоже погрузился в баджан. И в этот момент, внутри, он с своим сознанием он отправился к своему Гурудеву, туда, где находился он. И все это время его Гурудев занимался тем, что помогал в своей трансцендентной форме Манджари, помогал другим Манджари отыскать сережку Радхарани. Он получил наставление от Мани Манджари. И затем они нашли, что он нашел, что сережка находится, застряла между лепестками лотоса. Он нашел ее, достал, и вот-вот должен был отдать Радхарани через Сакхи и Манджари. Как я говорил, наше служение должно быть направлено по каналу к
высшей цели. То есть имеется в виду, что как гопи, как манджари, они не дают напрямую Шримати Радхарани. Он нашел эту сережку, но она не дала напрямую. Она передала своей госпоже Мани Манджари, та передала Рупи Манджари и так далее. В соответствии с положением. И в чем уникальность нашего бхаджана, что в одной форме вы можете поклоняться, совершать, находиться в лилах читания Махапрабху, а в другой своей форме в лилах Радхи Говинда. Бхагаван может запросто дать йога-сиддхи. Йог может стать крошечным или гигантским, принять гигантские формы, или может испариться, или может войти в чье-то тело, или может войти в труп. Когда Шанкарачарья оставил тело в пещере, попросил своего ученика, чтобы он присматривал за ним, чтобы никакие животные не съели его. Сказал, я скоро вернусь, через пару дней. Он оставил тело, вышел из тела и отправился в тело одного царя. Царь уже умер. Итак, йога-сиддхи — это дешевка, то есть они не представляют для нас большой ценности. Даже фокусники могут делать нечто подобное. Они не обладают никакой преданностью, но способны на, казалось бы, чудеса. Так вот, нам это неинтересно. Много йоги, много фокусников в этом мире, но они нам и неинтересны. If Bhagavan like to send Bhaktivinoda Thakur, you have to go. Bhaktivinoda Thakur cannot say, I cannot go. Если Бхагаван хочет послать своего преданного в материальный мир, он никогда не откажется. Например, он захотел послать Бхактивинода Такура. Бхактивинода Такур, конечно же, не стал сопротивляться этому. Прабхупад говорил, если ситуация потребует того, я вновь приду сюда для того, чтобы составить словарь Вайшнава Манджуш. Особый словарь вайшнавский. Я вновь приду, чтобы составить две книги. Итак, в соответствии с книгой, если Бхагаван захочет послать вас в материальный мир, то есть если Бхагаван хочет послать своего преданного в материальный мир, он не станет противиться этому. Вот, к примеру, Сева Джая Виджая. Они не совершали никакой ошибки. Они получили проклятие по желанию Господа. Потому что это было необходимо для лилы Господа. Итак, куда бы ни послал меня Бхагаван, я должен исполнить его повеление, его желание. Потому что главное — это служение. Итак, вы теперь видите, насколько возвышено настроение чистого преданного. И в материальном мире, конечно же, нельзя сказать, что нет таких преданных. И, возможно, даже я его не знаю, но я хочу сказать, что такой преданный очень редок. Прабхупад пришел в этот мир по наставлению Гауранги, так же, как и Бхактивинода Такур. Если Бхагаван вновь попросит их прийти в материальный мир, они сделают это. Или пойдут, возможно, в какие-то другие брахманды. В этом мире полно планет. Now, итак, Кришна говорит Удаве, Удава,
Но татами приятамо атмаджанир на санкараха, но ча санкар сану, но срир, но ива атма, ча ята бхаван. Удобно, you cannot believe me. My атмаджани mean Брахма. Атмаджани. And Sankar, they are not so dear to me. They are dear to me, not so dear to me. Брахма, Шанкар дороги мне, но... My first expansion, Shankarishan, точно так же Санкаршан, также дорог мне, но не настолько. Он, но прежде это он говорит, что Санкаршан не отличен от меня. И да, он дорог мне, но не настолько. Моя Шакти Лакшми, также моя собственная Шакти Лакшми, также не настолько дорога мне. Да что же говорить о них? Сам я себе не настолько дорог. Ведь посмотрите, вот вы, что у вас самое дорогое в жизни есть? Это вы сами для себя. То есть прежде всего вы любите себя. И затем вы можете любить еще кого-то. То есть прежде всего ваша любовь направлена на вас. Это естественная природа Дживатмы. So, Bhagavan speaking, even I myself is not so dear as you are. Так вот, Бхагаван говорит, даже я сам себе не настолько дорог, насколько дороги мне вы, мои дорогие гопи. Бхаван is word is honorable word. Бхаван is honor. You we say you na. In English only you say you, but in Bengali we say на... apni. В английском есть одно лишь обращение, которое переводится как «вы» или «ты». Но на Бенгале существует градация, в соответствии с которой, через которую проявляется степень уважения, степень почтения, с которой обращается. «Ты», «вы», то есть на Бенгале «апни». Апни означает «вы». А есть «туми», то есть «ты». Когда, а если очень близок человек, то ты ему говоришь «туи». «Туи». Таким образом, на Бенгале много способов обратиться к человеку. Surely Krishna not speaking about Brajavasi. That is personal case. It is private case. Krishna speaking about general. Krishna not going to touch his Vrindavan. Is exclusive. Is safe. Bhagavan not going to pass any calculation. It is very private case. Uddhava is not within Vrindavan. Here. Okay. Anyway, it's very high stage. Okay. But still, not within Vrindavan. So, простите, это он адресовал не гопи, а Удаве. И, конечно же, в этом сравнении он не брал в расчет Вриндаван, Браджаваси. Он говорит, что Удава дороже ему даже, чем сам Брама, сама Лакшми, его Шакти. И так далее. Итак, какими качествами должен обладать преданный? Прежде всего, нирапекша. Но уже даже этого у нас нет. То есть в самом начале мы обречены на провал. Итак, нирапекша, второе муним, то есть мауна, тот, кто следует мауне в рате, то есть он говорит исключительно на тему, то есть на, исключительно прославляет меня, говорит Господь, но не говорит ни о чем материальном. Таких людей называют муни. А шанта, третье качество, отсутствие материальных желаний. Ведь что делает нас беспокойными, что заставляет нас
суетиться, бегать. Материальные желания. В нашем сердце полно материальных желаний, нужд. Именно поэтому у нас нет покоя. Следующее качество — отсутствие вражды, отсутствие настроения соперничества с кем бы то ни было. Такой человек не станет сдавать сдачу, если кто-то набросится на него. Нирвайрам называется это качество. Когда человек не испытывает вражды, кому бы то ни было, поскольку все в этом мире он видит в связи с Кришной, связанным с Кришной. Bhaktam Vishwam Characharam Infinite was that Brahma Tattva. Whom I can think you are my enemy? But Bhagavan is there everywhere. So Nirapeksham Munim Swantam Nirvairam Samadarsanam me Sama equal vision. Equal vision? No up and down. I am superior to you. Равное видение, то есть. This is called отсутствие высокомерия, пратиштхи, когда мы считаем себя выше других. Если я воспринимаю кого-то как того, кто ниже меня, я никогда не смогу предложить ему поклоны. Но посмотрите, Прабхупад предлагал поклоны даже своим ученикам, каждому. То есть это качество называется самадаршан, равное видение. Если вы считаете себя выше других, это говорит о том, что у вас нет смирения, тринадапи. Если вы смотрите на других свысока, или если наоборот, вы испытываете что-то противоположное этому, оба, в обоих случаях это будет препятствовать вашему баджану. Кришна говорит, заключает, за преданными, которые обладают такими качествами, я всегда иду по пятам, я следую за ними, я бегу за ними. Почему? Потому что когда они идут, пыль с лотосных, с их лотосных стоп поднимается в воздухе и умощает мое тело, очищая его. Мое тело полно бесчисленных брахманд, и я должен получать какое-то очищение. То есть, посмотрите, сам Бхагаван хочет очиститься. Постарайтесь понять его настроение. Он хочет очиститься пылью с лотосных стоп своих преданных. Вот таков Бхагаван. Мы хотим отдать свое сердце, свой ум, свою голову Кришне. Кришна готов мыть стопы Муни и Риши. Юдхиштхира Махарадж спрашивает, какое ты хочешь совершать служение? Я хочу мыть стопы Муни и Риши, которые приходят на ягью. Говорит Кришна. Бхиме дали служение готовить гостям, там тысячи и тысячи людей. А Кришна выбрал омывать стопы гостям. Потому что он стремится, он хочет мыть лотосные стопы своих преданных, омывать лотосные стопы своих преданных. Ни одна из аватар Господа на это не способна. Именно поэтому мы, наше сердце пленено этим несравненным Кришной. Angri Renuvi. After that,
17 шлоки мы поговорим завтра. На сегодня время вышло. И хоть я не испытываю удовлетворения от сказанного, я должен вынужден остановиться. Завтра я объясню эту шлоку.